Если вы спите на пружинах, то в момент переворота энергия, запасенная пружиной, а пружина уже ничего не останавливает, когда она обратно расслабляется, то вот вы тазом продавили, допустим, лежа на спине, вы переворачиваетесь на бок. И в момент самого переворота, вот вы уже плечи-то перевернули, а таз-то еще только переворачиваете. Ну, мы же так или иначе все делаем два приема. Так вот, запасенная энергия пружинами, она выбрасывается. Ну, энергетика несколько джоулей, вроде бы ничего особенного. Но когда вы спите, когда тело расслаблено и сторожевые центры работают очень слабо, вот этой вот подкрутки достаточно. Ведь я когда вправляю позвонок, я могу руками делать очень легко, если человек расслаблен, а ночью вы расслаблены полностью. И получается, в момент просто пассивного переворота вы получаете не переворот, а манипуляцию. Только манипулирует вами пружина без цели, просто сворачивает поясницу. Чаще всего для поясницы эта ситуация, хотя для шеи тоже. Если у вас новый, какой-то там ортопедический, который подстраивается под форму тела, но внутри пружины, вам нужно ясно понимать, что пружине без разницы, новая она или старая. Она все равно будет вас подкручивать, все равно будет риск смещения позвонков. Там два варианта. Либо вы глубоко не расслабляетесь, сторожевые центры уже это знают, они опытные, и неважно, понимаете вы это или нет. И они не дают телу в такой глубокий сон уйти, чтобы скомпенсировать это. Страдает качество сна. Кто не пробовал сравнивать, тот не поймет. Попробуйте сравнить, поймете. Либо центры глубоко расслабляются, и тогда после правки позвонки так или иначе слетают. Хожено уже сотнями раз. Какие выходы, значит? То есть я лично сам сплю на щите, на сверху, на которой настелено, ну, около 10 сантиметров поролона. Поролон, конечно, специальный, мебельный, там, классный, но главное, что без пружин и в основании твердая ровная поверхность, которую я не продавлю под своей массой, даже если буду на нее прыгать. Даже если там 10 человек будут прыгать, все равно этот щит не продавится. В принципе, кто-то во время правки уходит на пол, сравнив состояние свое через месяц, понимает, что, в общем-то, с пола-то он уходить никуда и не хочет. Ему и на полу хорошо. Ну, когда-то я так делал в студенчестве, очень мне нравилось. На полу другая проблема, там могут быть сквозняки. Хотя, в принципе, для спины как спальное место тоже подходит. Какие есть еще варианты? Есть варианты современных латексных матрасов, то есть, когда пружина заменена большим толстым слоем, но не простого поролона, а там очень специальный материал, но не буду в детали вдаваться, рекламировать. В общем, латексные матрасы показали свое хорошее свойство. То есть, пусть они толще, но они более упругие, и внутри под ними все равно должно быть щит. Кровати сейчас производят. Прямо новые можно купить. Там внутри будут хорошие ДСПшки, хороший полный щит. Сверху кладете латекс. Если покупаете сновья, денег много. Самый экономичный вариант. На пол берете простецкий поролон, 10 сантиметров кидаете. Все, спать уже можно. Механизм действия очень глубокий. Вместе с тем на поверхности. Когда вы ложитесь, ваше тело должно оценить ситуацию. Если твердая ровная поверхность внутри, никакого продавливания нет, а сверху мягкая, то вы достигаете двух целей. Мозги успокаиваются, твердость равно надежность. И вместе с тем мягкость, вот эта верхняя мягкость, равно комфорт. Надежность, комфорт, все, тело отрубается. То есть уже даже через неделю тех, кто понимает, что как работает, то есть вот неделю они привыкают, через неделю они говорят, слушай, кладешься, и тебя сразу отрубают все, ты сразу проваливаешься в сон, никаких проблем с засыпанием. Но у кого-то большие проблемы с болями, допустим, и он тратит на это, допустим, месяц на привыкание. Но еще никто не жаловался, что вот мы ушли на щит, и нам стало хуже. Если вам стало хуже, то либо вы сэкономили на мягком слое, либо сам ваш щит неровный, это тоже важно. То есть был один мужчина, мы его правили, я говорю, слушай, ты спишь на щите? Он такой, да. Я говорю, почему у тебя поясница слетает раз за разом? Мы уже 5 раз сделали, у тебя стабильности речи не идет. Он такой, не знаю, но я в частном доме живу. Я такой вопрос ему задал. Я говорю, слушай, у тебя там стены часом не кривые? Он такой, так у меня типа деревянный дом, я его ремонтирую. И типа пол там, короче, под уровнем. Там у него уклон получился где-то градусов 5. То есть не горизонтальная поверхность. Градусов 5 наклона. Я говорю, что ты с этим планируешь делать? Он такой, слушай, говорит, я только сейчас понял, что мне действительно там не совсем удобно вот именно по этой причине. Все, говорит, решу. Он приходит через неделю, ну мы его, естественно, поправили, через неделю он приходит, все вообще хорошо, все, позвоночник стоит, мышцы в тонусе, ему самому классно, я говорю, что сделал? Он такой, так ну я дом-то, говорит, выровнял в итоге, все горизонтально стало, по уровню проверил. Всем интересно, как вести себя, допустим, в паре, то есть вот, допустим, жену мы собираем, а мужик ее категорически вот не хочет, вот говорит, довидал я все ваши практики. Ну я говорю, вот эти вот современные, допустим, латексные матрасы, они ничего такие удобные, комфортные, они лучше даже пружинных, при условии, что можно взять... Латексный очень дорогой, есть мебельный поролон, хороший такой поролон, который не продавится, не совковский, намного лучше.
он стоит уже вполне вменяемых денег. Можно взять еще более экономичные варианты, то есть, ну, не жалеть его мягкого-то слоя. Можно и даже, ну, 15 сантиметров, хотя 10 в принципе достаточно. То есть не кладитесь на фанеру и забудьте слово «жестко». Как говорят, мне надо спать на жестком. Я такого не говорил. Я сказал спать на щите, покрытым хорошим мягким слоем.